Привет, дорогие друзья, снова с вами я, ваш друг Парвин Гайдаров. У нас снова новая тема, продолжение темы, те, которые мы начинали несколько дней назад. Тема называется «Мои методы». Сегодня я хочу поговорить о своем методе, метод эмпата. Часто мы осуждаем людей и думаем, он правильно поступил или неправильно поступил. Как понять, он правильно поступил или неправильно поступил? Мой метод такой. Я представляю себя в его место и думаю, как я бы поступил, был бы вместо него. Вот так. Благодарю вам. До новых встреч. Пишите в комментариях, какие темы хотели бы я затрагивал, что вам нравится и что вам не нравится в моих видео. И не забудьте поставить лайк, пишите комментарии и не забудьте поделиться моих видео. Благодарю вам. Пока. До новых встреч. Пока.